Враг может в любом месте оказаться, из любой дырки вылезти. Всем хай! С вами Йоджин, и сегодня, друзья, сегодня мы будем с вами ПВПшить, ПВЕшить, расстреливать всех и все вокруг в игре Warface. Ах, ностальгия, помню, давно, лет 9 назад я как-то играл в Warface, поигрывал иногда совсем чуть-чуть. И знаете, как говорится, нубство не пропьешь. Я и не пропил, я остался таким же нубом, как и был всегда. И сейчас я покажу вам, как надо играть по-нубски и с достоинством. Сейчас мы с вами сразу, случайно я нажал... Мы в какую-то... в землю ужасов попадаем. А, ну да, сейчас же Хэллоуин. Давайте поиграем, посмотрим, что за хэллоуиновский ивент нас ждет. Окей, мы стартанули. Наносим урон всему, что мы видим. Ты! Урон тебе! Граната! Ловите, чертовы голографические выродки! Валите отсюда! О, все, понеслась. Есть, мы здесь! Все, это ПВП. Команда на команду. Пойдемте спрячемся. Спрячемся вот сюда. А, здесь нельзя, на второй этаж. Ладно, давайте прям в тыл врага. Тихо, аккуратненько. Бежим! Подкат! Отлично, справились. Слушайте, а где вообще весь народ? Одни мои здесь, я еще не в тылу врага, получается. А где ж тогда? Ой, блин, только что кровь пустили. Прям при мне. Человек, мой погибает. Вон враг! Есть, погиб! Я поддержку огнем сделал, как минимум. Первый фраг тем временем. Ну, кто бы сомневался, что я смогу убить всех, кого встречу. Оп. Прыгаем. Ты что тут катаешься? Погиб. Я погиб. Но у него голова загорелась. Слушай, по-моему, нас оттесняет все дальше и дальше. Да как ты убиваешь меня? Где моя граната? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сеновал, прикрой меня! Кто бы мог подумать, что через сеновал пуля пробьет? Это было так неожиданно. Смотрите. Смотрите! Убийство! Убийство 2! Почему я горю? Проклятие, потому что на меня теперь переместился! Я воскрес. Это бесконечный круг. Бесконечный круг страданий моих врагов, конечно же. Фига я продолжаю убивать. Вау! Тихо. Погибло. За прилавком с тыквами спрятались. Отлично. Бежим. Просто дом боли. Вон они! Смерть вам! Слушайте, ну нормально. 7 человек уже мертвы благодаря мне. Почему мы не можем жить мирно, друзья? Знаете почему? Потому что я убийца! О, что это было? У меня какое-то новое оружие появилось, а и тут же меня лишили его. О, вот. Я получаю оружие в награду. О, нифига себе, награда. О, я прям вышел на ракету. А, да что ж такое, я мру за компанию. Смотрите, оп. Есть. Погибла я. Оп, все, погиб. Надо подобрать его оружие. Да чтоб тебя. Они с двух выстрелов меня убивают. Как-то они так это делают грамотно, как я не делаю. Надо так же делать. Смотрите, опять оружие старое появилось. Или какое-то другое странное оружие. Я засмотрелся на оружие и подох. Вау. Что-то не так с этой ракетой. Что-то, блин, с ней не так. Поражение. Ха-ха, так повернулись. Младший рекрут у меня звание теперь. Вот так-то, видали, друзья? Поиграем еще немножечко. Оп. Сейчас мы будем лучше играть. Сейчас мы будем чуть лучше играть, чем только что поиграли. Будем очень осторожны. Вообще, эта игра очень динамичная. Тут даже говорят, что двигайся или умрешь. Но я двигаюсь и все равно умираю. Не знаю, почему на меня это не работает. Оп, через стенку пробил. Отлично, перезаряжаемся. Давай, братан, иди вперед. Давай. Прикладом себя подгонять. Иди. Ха-ха, живой щит. Выгляни из угла. Подскажи, кто там? Почему убили меня? Он вообще не двигался. А я двигался и умер. А он не двигался и не умер. Хорошо. Стреляем. Оп, штукатурка полетела. Враг зассал. Очевидно же. Да какого дьявола? Его скин такой, что сливается с местностью. Какой красивый автомат, очень стильный. Присесть! Под грузовик! Что такое? Страшно! Каким-то образом меня не задело взрывной волной. Повезло. Попал!
Убили! Давай, давай, есть! Да блин, их было больше. Что это? Какой-то дробовик, по-моему. Нет, это автомат. Я плохо разбираюсь в оружии, друзья. Ведь если я хочу быть нубом профессиональным, я должен вот до конца все не изучать. Присели, отдохнули. Главное пользоваться моментом и отдыхать. Ну чё, где ты? Ну где ты? Оп! Ладно, я просто пострелял по трупу. Смотрите, смотри, сейчас выйдет. Сейчас выйдет. А я вот так. Оп, изрешетил. Какой-то был крик, как будто я попал. Кто его знает? Стоп, какой-то был боевой крик, жалобный. Больше трусливый. Ну же так. Некого стрелять. Парни, гоу! Гоу, гоу, гоу! Давай, оп, подкат! Па-па-па-па-пау! Па-па-па-па-па-па-па-па-пау! Чё так просто... Табунами все ложатся мои! Я не на последнем месте! Посмотрите, мы повышаем результаты. Видите? 9%. Было 8. Теперь мы не на последнем месте, а на предпоследнем. Эта игра доступна любому. Может каждый проделать здесь свой путь от низов до верхов. Сейчас мы пройдем с вами до верхов. Так, что у нас там по снаряжению есть? Есть стандартный шлем, есть бронежилет. Арма, вот, видите, очки брони 150. В отличие от этого говна, поэтому одеваем его. Далее, стандартные перчатки. Да-да-да, неплохо. Давайте выберем какой-нибудь другой скин, может быть. Это прикольно выглядит. А что по оружию? О, калаш! Мое любимое. Я всегда выбираю калаш, если он есть. Гранаты, все это есть. Хорошо, и еще есть медик у нас доступен. Знаете что? А че я постоянно играю мужиками? Может быть, поэтому я и нублю. Все-таки надо, да, за нее попробовать дальше играть. Вы же видели, я повышал свои навыки, повышал свои параметры. Ну че, мы хорошо размялись в землях ужаса. Теперь давайте пвпшить. Какую бы карту выбрать? О, стройка. Че тут сидишь? Граната может прилететь, видал? Что бывает? Кидаем гранату под себя и садимся на нее. Даже не представляю, как выглядит сейчас мой пукан. Скорее всего, как-то вот так. Че, начинаем тренировку, пока ждем. Пам! Что? Че я выбрал? Оп! Ой, не успел. Ой, не успел. Ай, не успел. Ай, не успел. Ай, не успел. Не успел. Черт. В жопу эту тренировку. Кому это надо вообще? Че, кто? Мой воображаемый пистолетик. Вот так. Аккуратненько пройдем. Вот здесь, тут. Блин, я упал. Даже эту тренировку не могу пройти. Забей на тренировку. Подошел, кинул гранату. Она вылетела. Взорвалась мне в рожу. Но и убила врага. Это был отвлекающий маневр. Пытаемся ножом достать до чувака на втором этаже. Делаем подкат. Стреляем. Вау. Раз, раз, раз. Ножом сзади. А, мимо. Бывает же так. Прямо в голову. Так, 69 секунд прошло. Кидаем гранату и молимся за него. Покойся с миром, бич. Все гранатами сейчас закидаем. Всех, блин, все. Подох. Окей, начинаем ПВП бой. А чё я здесь один? А чё я один? Вот это режим. Что это за режим такой? Вау! Опасно. А, буря. Реально, буря прям надвигается. А, все в пыли. Ох, мне нравится здесь. Тут так одиноко. И враг может в любом месте оказаться, из любой дырки вылезти. И в любую дырку залезть. Главное, чтобы не в мою. Мы спрячемся здесь на скале. Так, отляжем. И ждем. Но нам быстро наскучило это, потому что движение — это жизнь. Пошли. Заходим в этот древний город. А что здесь лежит? Просто так оружие? Исчезла. Кто-то где-то кого-то убивает. Я так счастлив, что это не я. Давай, 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 давай. Есть, 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 есть. Почти, 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 почти погиб. Немножко ему осталось жить. Гранатку пульнем сейчас ему. Оп. А вдруг? О, подкат. Где ты? Нет, он исчез, испарился. Стоп. А, вон стоит. Ладно, погиб. Ура! Но не сопротивлялся как-то вот сейчас почему-то. Сколько людей здесь? Довольно-таки много, очень большая карта. Под грузовиком, оп, о, фига, круто. Вау, вот здесь надо быть очень осторожным. Тут стена, поэтому можно не париться. Слышите, слышите? Что это? О, боеприпасы. Скорее подбираем. Ой, как страшно будет сейчас кому-то. Стоп. Стоп, 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 так, гранату кидай. Оп.
Давай, 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 есть! Погибло! И там еще один бегал, я видел его. А, чертов песок! Вон идет, вон идет. Подкрадываемся хищно. И убиваем, убиваем, убиваем. Стоп, стоп, стоп. Граната. На всякий случай. Он не видит меня. Сейчас я выйду из-за дымовой завесы и так хоп-хоп. И никого не найду, а пойду обратно. Поимел, поимел. Ой, а че я погиб? Ну и неплохо, неплохо, да, согласитесь. Так, это новая местность внезапно. Я вдруг осознал, что я необычайно скрытный. И я хорош при нападении из засады. Значит, будем этим пользоваться. Оп, в тенечек. Потому что жарко. Вон, 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 что это там такое? Походу, это подачка. Бежим туда. О, что это? Инопланетный робот-убийца. Ладно, гоу вниз. Что? Кто-то выстрелил в меня? А, я по шипам иду, осторожней. Слышу выстрелы, идем. Тихо. Давай, 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 погибни. Хорошо, я пострелял, покоцал. Оп. Есть! Столько промахов, но все равно, наконец-таки убил. Собираем. Есть! Слушайте, я такую крутую карту не ожидал увидеть. Здесь прям очень кайфово бегать. Есть один вопрос. Почему у меня так получается неплохо играть? Возможно, потому что игра подобрала таких же нубов, как я. Значит, я батька среди нубов. Вот что мы выяснили. Раньше я играл только с про, походу. И они меня многому научили. Ну-ка. Есть. Не добежала. Надо подобрать жетон. Ч-ч-ч-ч. Тут их целых два. Ножом! Есть! Катка закончилась. Пятое место. Мы продолжаем восхождение наверх. Ну что, ребят, покажите мне меня. Наконец-таки я увижу здесь себя. Где я? Я в пятерке лучших! А что, давайте попробуем теперь в ПВЕ поиграть. Я и мой друг Bloodbath. Возможно, это Bloodbath. Только по-русски. Кровавая баня. Играем вместе. Идем, дружище. Идем, идем, идем. Воу, воу, воу! Куда мы провалились? Это были галлюцинации? Че, ты идешь? Идем, не ссы. Оп. Подорвать мост. А, откуда? По яйцам. По яйцам. Это что такое? Что за портал? Да что здесь происходит? Мне кажется, тут какая-то аномальщина творится. Надо уничтожить всех их. Всех них. Тихо. Хорош. Они все мертвы. Что? Я перемещаюсь в разные эпохи. О, охренеть. Мы что, в Чернобыле? Это реально какие-то воспоминания своего рода. Так, мой друг жив? Он исчез. А значит, я теперь играю в соло. Нам сюда надо. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стрелять, просто стрелять по ним. Повсюду какие-то супер-мега-футуристичные элитные солдаты. Но я еще элитней. Есть, готов? Вот эта броня у них. Я столько стреляю. Ну, конечно, я большую часть промахиваюсь, но все же. Живы? Мы живы. Надо что-то активировать. Активировать! Валим, валим. Оп! О, сейчас что происходит? Зомби! Нет, нет, только не зомби! Слушайте, прикольно, мне нравится. Черт, отойди от меня! Красава я! Никто ведь меня не похвалит больше. Разве что вы можете лайком. Кто такой с бочкой бежит? Ей, подох. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Их проще собирать в такие кучки и стрелять сразу сквозь нескольких. Быстрее, быстрее. Воспоминание заканчивается, отлично. О, я проснулся, вышел из матрицы. Хорошо. Надо попасть куда-то вот сюда, видимо. А, нет, ракетный удар. Я подох. Поражение в ПВЕ. Такая печаль у моего солдата. Хорошо, я разогнался. Теперь давайте поиграем в режим подрыв. Соединение. Ты чё? Ты чё бузишь на меня? Понравится тебе смотреть в такой монитор? У тебя тут парочка битых пикселей на экране. Ты забыл, как выживать при гранатном взрыве? Нет, не забыл. Итак, играем в командный бой, наконец-таки. Кто со мной? Кто со мной наверх? Хочу наверх. Давай, давай, братва, давай. Есть! Помоги мне теперь. Молодец. Воу, 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 воу. Лучше держаться в укрытии. Где ты у нас, а? Есть.
сверху спрыгнул на нее, победил. Ты что, живое? Блин, я засмотрелся на это пугало живое. Блин, да что оно делает? Умри. Возможно, оно коцает, я не знаю. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Тихо. Есть-есть-есть. Все, подохло-подохло. Могу спасти? Я не смог спасти своего друга, к сожалению. А мне и нечем было, я же этот. Что это? Это просто боеприпасы. Я же даже не медик. Прячемся в кустах. Есть! Внезапное появление мое из кустов в ступор повергло моего врага. Вон, 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 вижу, вижу. А, я так мягко и тихо умер. Давайте снайпером попробуем. Ей. Так, давай, кто меня подсадит на крышу? На крышу меня. Давай, 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 сюда, ко мне. Ладно, неловко. Пойдемте сами тогда себе искать приключения на жопу. Мои любимые кусты. Есть! Захедшотил! Но мне тут же прилетело в ответ. Ой, промахнулся. Ой, промахнулся. Промахнулся. Это вообще... Это ж мой. Куда я стреляю-то? Оп! Прилетело. В обраточку. Опять поражение. Да чтоб меня! А я в какой... Какой я жопе? На 6-м месте. Чтоб вы понимали, друзья, я на самом деле очень редко играю в шутеры, даже вне канала. И поэтому я никогда не парюсь насчет победы. Мне важно просто поиграть, поугарать, пострелять. Даже проигрыш, он порождает кучу прикольных ситуаций. Когда тебя внезапно убивает, это такой адреналин всегда. Поэтому, когда я играю в шутер, это всегда очень забавно. И если вы хотите посмотреть больше шутеров от меня, а не вот здесь, обязательно зайдите в этот плейлист, угарнете. Уничтожьте отряд врага. Отряд врага уничтожить. Приказ ясен. Мы в ангаре. Давайте кинем гранату. Это не граната, это нож. Что я кинул? Что это такое? Ой, какая странная штука. Оп! Тихо! Пистолетиком давайте его. Пи-п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 и-у! Граната, 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 граната! Сраку подпалило! Бежим! Бежим обратно в ангар! Не, там мы и есть в ангаре. Тут все ангар. Мне сбежать отсюда. Сюда, гоу. Повыше, чтобы лучше был... Обзор. Тихо, вижу. Черт, ну не успел. Но я выстрелил, но не попал. Столько обстоятельств, и все против меня. Давай, давайте быстрее, выбираем штурмовика. Мы здесь, бежим. Оп, 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 оп. И что-то я упал. Ой, здесь не надо, мне не надо наверх. Мне надо вот здесь внизу быть. А-а-а, слепота, катаракта. Воу, 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 воу. О май гад. Гранату получи. Так, как так? Он его под катом просто подсечку сделал и убил. Граната. Хорошая мысль. Еще одна граната. Ага. О! Кого-то кацанул, кажется. Убил! Есть! Причем в голову убил. Ловите! А! Сам поймал. Есть! Убил, 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 убил! А! Во время перезарядки ко мне подошла. Давайте кинем слепную гранату. Ловите. Это граната слепень. А! Сзади. Но мне понравилось, я показываю лайк. Вытесняем врагов, вытесняем их. Ну-ка, чё там как? Гранату лови, бэч. Сразу видно, что я умер от боли в колене и в пояснице. Куда-нибудь туда зашвырнем. Была боль явная. Чё-то там стреляют в кого-то. А, он погиб прямо на моих глазах. Да, я погиб прямо на его глазах. О, я на 5-м месте. Я не самый худший. Выкатился, стреляю. Качусь, стреляю. Качусь, убиваю. Качусь, умираю. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Кто-то есть, кто-то есть. Кого-то убивать надо, кого-то. Есть, убил. Убил сквозь мглу. Молодец. Идем в наглую. Кто там катается? Клоуны. Нате. Блин. О, я убил. Я убил гранатой. Дымовой. Оп. Есть! Это я убил! Пусть все знают, что я убил! Зайду в туман! А-ха-ха-ха-ха! Умер в тумане! Ну что ж, 5-е место! Я закрепил результат! Победа! Ой, как приятно сейчас снова увидеть себя в пятерке лучших! Вон стоит Евгений! Меня повысили до рядового! Да чего ж приятно! Выберите одну из наград!
Асвал, это мое теперь. Ну что ж, мы неплохо постреляли, добились некоторых высот, и я считаю, это удачный день. Как показано здесь. Отличная игра, чтобы пострелять, развлечься, сбросить напряжение и просто поугарать. Качайте Warface бесплатно по моей ссылке в описании и забирайте набор крутого снаряжения. Качайте Warface по моей ссылке в описании. Эта игра бесплатная. Обещаю, кайфанете. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, поставьте лайк. И не забудьте про мой второй канал, где выходят всякие видосики короткие. В общем, дополнительный контент. Заходите, подписывайтесь. Также не забывайте про плейлисты, где воинственный Юджин играет в разные игры-стрелялки. Очень много угара там вас ждет. Ну и зацените этот видос тоже. Он, думаю, вам также зайдет. С вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо. И всем напоследок мощнющую петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и... 5!